Всем привет, с вами Эрдомас, это реакция на ожидаемую давно уже 10 лет, а то и больше, шестую часть GTA. Посмотрим вообще, что нам покажут. Вот, стоило ли это своих ожиданий. Yeah! Та-та! GTA! Так. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Bad luck, I guess. То есть, плохо выгляжу. Rockstar Games Presents. Ну, по ощущениям, пока какой-то пятый Far Cry, шестой там. Far Cry плюс киберпанк, но в нашей реальности, но в наше время. То есть такое забанить могут. Доверие. Trust. Он явно ее предаст. Grand Theft Auto coming 2025 год. Rockstar. Так, ну, что я могу сказать? Не, давай кадр какой-нибудь поприкольнее, финальный кадр. Вот это. Что я могу сказать по трейлеру к шестой части? Выглядит как... не то, что ждали 10 лет, и это как... Ну, это не получится, как с киберпанком, я уверен, потому что траст, доверие к Rockstar'ам куда больше. Не знаю... Выглядит как Far Cry какой-то, очередной Far Cry. Просто выглядит как новый Far Cry. Да, это та же самая пятая GTA, только с улучшенной графикой за 10 лет. Они точно ее улучшили. Вот. С большим опционалом действий и с большей степенью свободы. Ну, то есть, там, может, территорий больше, всяких приколов различных. Но это то, что будет, наверное. Скорее всего. И все. А трейлер... Не знаю, трейлер как трейлер, ничего такого прям сверхнового. Сейчас в наше время уже сложно как-то удивить человека. Без понятия, какая должна выйти игра, чтобы все ахали-охали от этого трейлера. Однако, 100 миллионов просмотров, даже больше за, там, сколько, двое суток, это убедительно. То есть, действительно, люди ждали. Пишите, что думаете насчет трейлера, оценивайте его от 1 до 10, от 0 до 10, как хотите. Я оценю трейлер на 7 из 10. Неплохо, графика хорошая, прикольно, да, минус мы будем играть, скорее всего, за чернокожую бабу, что говорит о сексизме и расизме этого ролика, ну, как бы ничего такого. Ладно, все, пишите, всем спасибо за просмотр, вот, всем пока.